Сегодня на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе случилось смертельное ДТП. Подробности аварии сейчас выясняются. Столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Веста». Обстоятельства выясняются. В аварии погиб водитель «Лады Ларгус». Водитель и пассажир второй машины доставлены в больницу. Движение на трассе частично ограничено, осуществляется по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную. Будьте внимательны.